Заур Харчилава, НАТО и Евросоюз. Говорят, НАТО изжил себя и тому подобное. Каковы шансы на вступление в среднесрочной перспективе у Украины и Грузии, учитывая двойственное отношение Европы к путинскому режиму и, мягко говоря, индифферентную позицию на агрессивные действия Кремля в этих странах. Заур. Никто не хочет войны, никто не хочет конфликта. Понимаете, НАТО был создан, Атлантический блок был создан в ответ на создание Варшавского блока. Это было противостояние с Советским Союзом. И, в общем, если бы не Путин, ну, умер бы Североатлантический блок. Но Путин активизировал его. Вы абсолютно правы, двойственные, очень двойственные отношения. С одной стороны, ну, надо себя защищать. Это главная задача европейских стран, это их руководители, это их ответственность перед гражданами. А с другой стороны, закономерность же проста, если слишком сильно защищаешь, вот, то дело кончится войной, может. Понимаете? И из соображений прагматических доминирует такая концепция, ну вот, неоднозначная. Ястребы настаивают на конфронтации с Россией, с Путиным, с Кремлем. Вот политики такой средней позиции говорят, что, ну, надо же искать точки соприкосновения. То есть можно, конечно, бесконечно раздражать Путина, но это кончится войной. Ну и, конечно, есть, так сказать, политики, которые там, часть из них куплены, часть из них проплачены, а часть достаточно искренне считают, что, ну, надо дружить с Россией. И это способ превращения России в нормальное, адекватное государство. Путин не навсегда, Путин уйдет, придут следующие. Вот. Евросоюз, вы правы, это политическая проблема. Это не чисто военная проблема. Это проблема сотрудничества Европейского Союза с Россией. Теперь уже, значит, с Россией, с Белоруссией. Вот. Ну, то есть не теперь, всегда. Ну и поиск путей решения этих проблем, вы абсолютно тоже правы, с Украиной, с Грузией, с Молдовой, вы об этом не пишете, но имейте в виду. Есть военный путь, но это человеческие жертвы. Человечество, цивилизованная часть человечества, не любит такие способы решения. Хотя иногда это единственный способ решения проблемы. Вот я считал всегда и продолжаю считать, что проблема Украины не может быть решена дипломатическим путем. Для Путина это потеря власти, отступление – это потеря власти. Потеря там имиджа сильного руководителя, то, с чем он пришел к власти. То силовик, который защищает народ от всяких опасностей, там, сначала от террористов чеченских и агрессивного Запада, американцев, теперь от тех, кто хочет захватить Россию, ее ресурсы. Там много смешных
так сказать, пропагандистских установок, тупых таких, которые действуют на немыслящую часть общества. Вот. Ну, как-то это надо решать и во всяком случае думать о будущем. Можно начать раздражать Путина до той степени, когда он действительно начнет нападать на территорию других государств. Еще раз на Грузию, еще раз на Украину, еще раз на Молдову, на страны Балтии, на Финляндию, там, куда только там не захочет. А можно, ну, как с больными поступают. Начинают их гладить по головке и говорить, да-да, ты самый лучший, ты самый сильный, с психическими больными. Ты самый умный, ты самый крутой. Вот. Но там воевать не надо, мы и так признаем. Вот, пожалуйста. И параллельно, ну, защищать свои территории, свои государства от дальнейшего проникновения. Абсолютно правы те, кто говорят, что с большой вероятностью, если Путин будет проводить агрессивную политику, ну, сопротивляться ему будут очень слабо, неохотно, не интенсивно. Ну, такая политика, и не очевидно, что это проявление слабости. В некоторых случаях это все-таки можно квалифицировать как проявление мудрости и дальновидности.